Я согласна с тем, что тендеры действительно очень поздно начали в 2016 году. Но некорректно говорить о том, что они только в 2016 году так начались. Они и в 2015 начались, и в 2014, когда господин Мусей был министром. Тендеры начались в октябре, в ноябре и завершились в декабре 2015 года. Мы просто выходили на улицы с пациентами и устраивали тогда демонстрации, потому что лекарств реально не было. Что произошло в 2015 году? Деньги Министерства здравоохранения были переданы международным организациям. Это была очень проблемная реформа, которая борется с коррупцией и экономит украинские деньги. Более 800 миллионов гривен сэкономлено за 2015 год на тендерах Министерства здравоохранения через международные организации. Но дистрибьюторы, фармацевтическая мафия, которая недовольна этими реформами, конечно же, мешали весь 2015 год вообще проводить тендеры через международные организации. Эти тендеры опоздали. Мешает что-то, да? Опоздали также тендеры и 2016 года, в том числе и по этой причине.